Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании. Нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, крошка, крошка, киллер, фусик. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Карта FNAF 3 самая любимая, которая есть в Гаррис моде. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду аниматроником. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, записываем разные рубрики, а чаще всего, которые вы пишете в комментариях, я и записываю. Вижу, все пишут это, я это записываю. Так, первый пошел, я думал, ты будешь намного сильнее. Кстати, у меня уже осталось 600 жизней из 750. 630. Слышь, ты так не стреляй громко. Не ломает защиту. Так, мы приближаемся. А чё ты за карусель устроил здесь? Ого, ну дома аж на 20 хп. Она зависит. Ну так бывает. О, спасибо, что подвинул. Спайдермен приуныл. Ты не обижайся. А, он электричество делает. Прикольная поза. Погнали дальше. Так, эту дверь, давайте я попробуем удалить. А, ее нельзя удалить. Пацаны, я сегодня знаю. Очень злостный аниматроник. Мы тоже не пальцем делаем. Да, полюбасу. Я же хочу, чтобы вы добили этого. О, вы меня втусовали в эти. О, я могу ТП-ханями выбираться. Эй, слышь, иди сюда. Нет, не надо. Эй, чё, не могу тебя убить, ты чё, бессмертное? Ты решил устроить дуэль с плюштрапом. Сквидвард немножко не дотянул. Так, я буду отсюда выслеживать их, по одному высмыкивать. Давайте, наверное, будем брать другого аниматроника. А, у нас есть вот такой вот. Всё, о, что там за красная граната? А это дым, это граната дымовая. Уходи. Ой, привет, блин, я не то нажал. Это лезет очень злостный аниматроник. Да не я, не я. Да не стреляйте. Да стреляй, стреляй по нему, давай, мочи его. Ой. Вот вы мочите. Кабаки. Ой. Спалился немножечко. Мне надо по одному высмотреть. Я знаю где. Убей, пожалуйста. Спасибо. Слышь, ты чё такой мощный дробаш взял? Все, пацаны, поймали, поймали, не спорю, не спорю. Не могу ничего сделать. А я ничего одни не ноги вижу. Застряли, и все. А, я могу убивать дальше. Чего? Спасибо, ты аннигилировал все гвозди. Я не знал, что так можно. Блин, я забыл. Слышите, эта музыка прикольно играет. Я ничего не вижу, мне вообще-то помехи. Он лампочки удалился. А сейчас знаете, кого я позову? Своего друга. О, даже не друга. А, да, возьму друга. А ну иди сюда. Уходи, не приходи сюда. Ого, вы тут устроили вакханалию. Так, я валю сильно много. Откуда огня столько много? Это я сделал. А как? Огнеопорной машины. А, придется тебя тогда сильнее наказывать. Слишком много огня, я не могу даже пройти. Так, ребята, я знаково, я позвал свою подружку. Не надо тебе за нее играть. Так, все, да, я понял, играть за нее не надо. Как-то неудачно получилось. Не надо нам бабушек здесь. Вот здесь надо крыть, закрыть. Так, кого мы возьмем сейчас? О! Да ты дерьмо! Ты как это сделал? Рукой. Красавчик, красавчик, наказал. Ножик. Здесь смотри туда. Так, первый пошел. Я разошелся, ребята, очень сильно.
Ранил, меня ранил, ранил, чуть-чуть ранил. Я убегаю, ты... невидимый. Нет, он за дверью. Нет, меня нема за дверью, это не я. Да, он за дверью, прям на спавне. Это не я. Он ушел, все. Нет, он не ушел. Он там. Да отвали, аниматроник я. Пока ты будешь брать этого, я тоже буду невидимый. Перестанешь его брать, я тоже не буду видимый. Да я твой фонарик вижу. Фонарик. Я вижу твой фонарик. Я разошелся, я бешеная курица. Так, хорошо. Ну, все, все, наказал, курица. Молодец. Ты все-таки на своем, да, настел, думаешь, буду идти до конца. Не, невидимости. А, хорошо, хорошо. Не понял. Кто сейчас, тут сейчас ходит? Сейчас ты все поймешь. Я. Это что за музыка? А он что, не убивает, что ли? Не, почему? Он убивает, только если в этот режим перейти. А он не входит в этот режим. На R. Нет, это другой аниматроник, этот не входит. Он просто играет на своей гармошке вонючей. На тебе. Да, я не могу ничего сделать им. Он конченый, надо, пацаны, валить. Ты в тупике. Ничего не видно. Музычка играет. Так, хорошо, сейчас возьму аниматроника, который их накажет. Может быть, мы тебя накажем. Эннарда взял? Нет, это не Эннард. А. Ну, это уже не... Это тебе уже паштет. Давай. Какой паштет? Я с тебя кукурузный. Сделал. Так, 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 давайте здесь. Почему музыка вся перемешка? А надо стоп-сон прописать. Слышь, алло, ты чё такой дерзкий? Где ты? Куда ты убежал? Ну, иди сюда. Пришел. Сам захотел. Я не хотел этого делать вообще. Чего? Это ко мне нельзя подходить на близкое расстояние, потому что я убиваю в радиусе 10 метров. Нет. Да как? Ты достал? Я был сзади тебя. Вот так вот будет с каждым. А вот теперь ты меня не... А вот теперь ты меня не убьешь. Ну да. А как ты меня убьешь? Никак. Догадайся, как можно меня убить? Есть вариант. Какой? Но он тебе не понравится. Не, так у меня очень много жизни. Ты этот вариант даже... Я тебе не дам этот вариант просто сделать. Помоги. Отлично, отлично. Я не видел ничего, у меня помехи. Ты ничего просто не увидишь, что это редкие кадры. Вот до этого момента. Мама. Я пойдет? Убил тебя. Нет, я живой. Нет, нас ты умер, я вижу. А, убил. Два, знаешь, два сейчас знаешь, как мы сделаем? Стопай, сейчас, секундочку. А ну давай, вот сейчас у меня 830 тысяч жизней. Жахни что-то. Я видел только что сколько. 82 миллиона. Какой? 830 тысяч. Ого. Жахай. Вот только ничего не видно, реально ничего не видно вообще. У меня просто помехи. Может, карту? Давайте карту обнулю. Пожалуйста. Обнулить? Да, потому что пожалуйста. Реально ничего не видно. Так, давай, я беру этого аниматроника. Во. Это так не работает. Спасибо. Ой-ой-ой. Зачем? Все равно убило. 830 тысяч все равно убивает. Мама мия. Ремонту не подлежит. И еще раз. Да. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!